Областной столице подвели итоги дня открытых дверей в поликлиниках. Накануне все желающие могли обратиться с вопросами и пожеланиями к главным врачам и их замам. Возможностью воспользовались более 270 тюменцев. Основные темы – лекарства для льготников, очереди и записи к узким специалистам. Отмечу, что при этом 70 пациентов, пользуясь случаем, поблагодарили врачей за их нелегкий труд. Каждый вопрос был разобран, проанализирован, даны ответы. Все благодарности будут доведены до персонала поликлиник на общеполиклинических собраниях, планерках. Добавлю, что теперь день открытых дверей будет проводиться не раз в год, а ежеквартально. Следующий – в мае.